Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня у нас интересная, на мой взгляд, тема. Тема интересная, тема очень важная и насущная. Очень часто у нас много вопросов от наших слушателей по этому поводу. Тема звучит следующим образом. Развитие рынка пластиковых карт в России, основные тенденции и потенциал роста. В гостях по этому поводу сегодня собрались. Владислав Вербин, вице-президент, руководитель департамента банковских карт «Ренессанс Кредит». Добрый вечер, Владислав. Добрый вечер, здравствуйте. И Анатолий Артюхов, член совета директоров «Кредит», ру. Добрый вечер. Добрый вам. вечер. Ну что ж, я э, рад вас видеть, уважаемые мои коллеги. И тем не менее, если вы позволите, я все-таки займу некоторое время в начале программы традиционным, так сказать, традиционным действием. Во-первых, я напомню слушателям, уважаемым нашим слушателям. О том, что у них есть возможность задать вопросы. Еще раз повторю: я думаю, что вещь достаточно прикладная и пользующаяся популярностью, кредитные и пластиковые, да, дебетовые карты. Звоните, задавайте вопросы, не стесняйтесь, спрашивайте все, что можно, о, о чем только можно. Я уверен, сегодняшние гости на ваши вопросы ответят. Итак, телефон прямого эфира. Телефон в студии 65 и шесть. Также есть возможность свой вопрос опубликовать в разделе Комментарии на сайте finam.fm. Заходите, проходите по ссылочке и, собственно, ваши вопросы попадают мне, мне на экран, и я их озвучиваю и так далее, и тому подобное. Но, все же, как это может быть, не совсем логично, я начну с картины маслом. Я не могу от этого уйти. Все-таки основная. Наша тема всегда так чувствует себя финансовой площадки. Я быстренько это сделаю. 18.06 в Москве. Американцы открылись. И что мы наблюдаем сегодня? Ну можно в целом охватить сегодняшнюю динамику, как вяло текущую. Где-то я прочел на каком-то сайте аналитику, как безыдейную торговлю на финансовых рынках. Сегодня весь безыдейный день. И поэтому узкие диапазоны во всех практически инструментах наших отечественных и акциях, и индексах сырье в узких диапазонах. Золото, кстати, для спекулянтов великолепная, мне кажется, идея. Узкого часового диапазона 1550, э, 1755 1675 вот 20 долларов на унцию. Также э, ведет себя вяло достаточно э, рынок валютный, евро-доллар в рамках узкого диапазона. В общем, скучно, э, уважаемые коллеги. Ну, может быть, от скуки мы и решили поговорить о более прагматичных вещах, о более понятных. Но я шучу, конечно, дело не в этом не скука погнала нас, а то, что надо посмотреть. Кстати, вот тоже сегодня я разговаривал со, со своими э, слушателями да, утром на мероприятии, и э, всех очень интересует, ну, я имею в виду инвесторов, спекулянтов, а как выглядит процесс вывода денег со счета. Ну, вот я заработал огромную кучу, да, и что там, как дальше-то? И, пожалуйста, вполне логично, да, Толь? значит, с депозита переводите на банковский счет, а там у вас есть пластиковая карточка, Совершенно и скрыт, вы, для... опа-на, вот и все. Именно поэтому, так, начинаем разговор уже по сегодняшней заявленной теме, именно поэтому, уважаемые э, мои гости сегодняшние, вопросы, э, первый вопрос, да, с которого я хотел бы начать. Что такое пластиковая карта, неважно, да, дебетовая, кредитовая, это, я несколько вариантов набросал, согласитесь с ними, опроверните или добавьте собственные. Это, первое, статус, ну, представляете, да, я открываю портмонет, и у меня там карточки, и все они желтого цвета, да, Голдовые, как раньше говорили. Желтые уже не актуальны. Не актуально. Сейчас О, расскажу, плотина. что Во-во-во, мне это очень важно. Да? Чем произвести впечатление на лиц противоположного пола? Не важно, что правда на каждой из них по тысяче рублей. Она <laughs> же этого не видит. Но зато это, стат... это как ролик за 100 долларов, да? Вот так издалека помашешь рукой, и все. И все. Итак, первый вариант это статус. Второй вариант удобство. Удобство. С пластиком удобнее по каким-то причинам. Ну, я предположу, что это действительно так. Еще один вариант возможность пластик это возможность Ну, имеется речь о том что оформляя кредитку или оформляя э, другой вариант пластиковой карты вы получаете какие-то бонусы еще да мы тоже в прошлой программе об этом говорили Толь. Вот, то Вот, какие-то там я знаю, скидки в магазинах и прочее и прочее вот у меня три варианта родились тут я пока готовился к программе может быть у вас есть свои какие-то возможности э, свои варианты точнее вы их предложите э, 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 владислав ну я бы сказал что это и то и другое и третий, И еще целая куча совершенно разных вещей. Ведь вот э... давайте про кучу, не очень <с интересно. Ведь пластиковых карточек как таковых нету. Всегда, когда есть какая-то банковская карточка, надо сразу понимать, какая она: дебетовая, кредитная, предоплаченная, на кого рассчитана, каким образом пользуется и для чего вообще сделана. То есть я прошу вообще, извини, пожалуйста. Вот моя позиция понятно, позиция обывательская, да? Я вот карта для меня любая карта. Ну, единственное, что я, может быть, разделил бы кредитная, потому что я должен денег, да? Либо дебетовая – это деньги мои. А оказывается, да, нюансов гораздо больше, правильно я тебя понимаю? Совершенно верно. А кредитные карты же они тоже эм, друг другу рознь. Ведь как родились вообще кредитные карты? У них же было фактически два рождения. Mm -hmm. Но ну, все знают эту историю, как возникла платежная система Diner's Club, когда в 1949 году один очень такой состоятельный финансист с Уолл-стрита не смог расплатиться в стейк-баре был очень этим обескуражен, не было наличных, да. Естественно, с стрит у него все деньги-то в обороте. Ну, разумеется, да, вот как-то пошел он там покушать стейк со своим знакомым и оконфузился. Пришлось вызывать по телефону жену, которая привезла денег, и настолько его это раззадорило, что он сказал, никогда в жизни больше со мной такого не произойдет. И через год запустил компанию вместе с коллегами, которая стала скоро называться Дайнерс Клаб. Это были первые карточки, с помощью которых можно было не нося наличных, оплачиваться изначально только в самых э, дорогих э, кушательных заведениях, там, американских uh -huh. городов. И были эти карточки предназначены для очень состоятельных людей, которые могут себе позволять ходить в дорогие рестораны, а потом раз в месяц, получив счет за все, что накушали за этот месяц, uh -huh. раз его и оплатить. Uh -huh. Так вот, это первые карточки. Это был 50-й год. Через 8 лет, в 58-м году, аналогичного позиционирования продукта запустил American Экспресс». И в этом же 1958 году было второе рождение карточек. Это было рождение карточек для массового сегмента. Uh -huh. Оно произошло в Калифорнии, в маленьком городке, который назывался Фресно, и вошло в историю как великий дроп во Фресно. Uh -huh. А по ту пору Банк В Америка экспериментировал с кредитованием населения. И один из его сотрудников двинул идею, которая была принята и реализована. А давайте мы дадим инструмент для кредитования для всех всех жителей какого-то городка угу. и в одно прекрасное утро все 60 тысяч жителей домохозяйств этого города проснулись увидев в своих э, почтовых ящиков э, разосланные кредитные карточки и с помощью этих карточек можно было тратить деньги в магазинах покупать в кредит и потом отдавать не сразу за месяц все потрачено а в течение многих месяцев угу. Это было рождение массового кредитно-качественного бизнеса. Разумеется, оно прошло совсем не гладко. Люди вначале идею долго не понимали, многие считали, что деньги свалились на них с неба, это подарок, возвращать его не надо банк, сделав очень большую... я небольшую бизнес, ремарку, многие и сейчас так думают. Я встречался с такими персонажами. К счастью, финансовая образованность подрастает, все-таки люди начинают больше понимать, что к чему. Но, тем не менее, банк по первоначалу понес большие убытки, но сама идея массового предоставления кредитных услуг с помощью кредитных карточек была воспринята всеми подряд. Через несколько лет это уже был громаднейший бизнес в Штатах, сейчас разросшийся до глобального финансового такого конгломераты платежных систем и банков, которые выпускают кредитные карты. Итого две даты рождения. 50-й год кредитной карты для очень состоятельных людей, которыми пользовалась очень большая часть населения. 58-й, великий дроп во кредитные карты для массового сегмента. то есть одни и те же кредитные карты вот, совершенно по-разному живут, рождаются и пользуются. Я еще раз я перебью, Владислав, и уважаемым слушателям хотел бы подчеркнуть. Огромное спасибо Владиславу, все-таки, да, вот смотрите, он такую историю нам рассказал о том, как я думаю, что надо мне с моим продюсером поговорить о том, чтобы нашу, вот сегодняшнюю, да, запись нашу, почаще выкладывать в эфир Финам потому что это будет, и с точки зрения образования, очень полезно. Хорошо. Спасибо, Владислав. Итак, продолжим. И, 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 и Значит, я вновь вернусь к своему вопросу, Толя, давай, вот ты несколько ну, времени в... до новостей, да, немного осталось, несколько. Ну, эти... В дополнение к тому, Калочек что сказал поставь. Владислав, угу. я считаю карточку банковскую таким же платежным средством, как и многие другие, например, до пластиковых карт. Достаточно распространены были банковские и дорожные чеки. Они использовались в качестве средства платежа. Сейчас основной расчетный инструмент это как раз карты. Они и дебетовые, и кредитовые бывают. Но я так думаю, что в течение достаточно быстрого времени карточки тоже станут архаизмом. Так, а что на их смену уже есть какие-то мысли? Что может прийти на смену карте, если действительно она уходит в каменный век? Но она еще не уходит, но. Ну, если вот такая возможность. Да, в среднесрочной перспективе, мне кажется, ей на смену придут уже новые технологии. То есть, как известно. То есть, типа вот что-то с мобильного какого Абсолютно верно. Даже сейчас, насколько я знаю, наши лидеры мобильной связи уже разрабатывают все сим-карты. То есть то самое высказывание еще при Стиве Джобсе было сказано, iPhone которым можно заплатить за хлеб, это страшный кошмар любого банкира. Ну, э, Толь, спасибо, о кошмарах пока не будем, давайте послушаем сейчас новости, а потом продолжим наш разговор. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, на Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Мы сегодня обсуждаем пластиковый, рынок пластиковых карт в России, говорим о основных тенденциях и потенциале роста этого рынка. В гостях, напомню, сегодня в студии Владислав Вербин – вице-президент, руководитель департамента банковских карт Ренесас Кредит и Анатолий Артюхов, член совета директоров кредиткартсонлайн.ру. Еще раз добрый вечер, коллеги. Добрый вечер. Добрый, добрый. Для вас, уважаемые слушатели, напомню, телефон в студию 6510-99,6, код Москвы 495, адрес сайта finam.fm. И позвонив, и написав, задав вопрос, вы можете, естественно, получить на него ответ от моих сегодняшних гостей. Они в этом деле, уверяю вас, профессионалы. Кстати, если не возражаете, коллеги, давайте начнем с вопроса. Есть у нас уже вопросы, и один из них звучит следующим образом. Наш слушатель Дмитрий из Москвы. Итак, он пишет. Добрый день. Оформлял дебетовую карточку Visa в одном из... Ну, не будем Называть фамилией, одном из банков, да, крупных банков э, России. В Москве это дело происходило. Э, действие карты закончилось. Э, захотел получить ее в ближайшем офисе. Да? Ну, видимо, обновить ее, что ли, новую. Uh -huh. а, сказали ему, что сделать э, в другом, ну, то есть, я так понимаю, он пошел в ближайший, оформлял, видимо, где-то в другом месте ее. Так вот, сказали, что в другом в этом сделать ее не могут. А, сделаю только если платить за доставку из места оформления, то есть да, 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 да. И тебя, вот я для Дмитрия сейчас говорю, а, а, Толя округлил глаза сейчас, посмотрел меня страшными глазами. В общем, я не хочу сказать, это один из крупнейших банков, банков России, вот то, что сейчас это. Очень. Я, я читаю, да. И ему сказали, единственный выход, внимание, заблокировать карту и создать новую в ближайшем офисе. По моему, это уже вывод Дмитрий делает, крайне глупо все это выглядит. И спрашивает, так во всех банках или нет? Спасибо Дмитрию за вопрос. Толя, ну это действительно меня поразил этот подход. Не исключено, что Дмитрий, может быть Дмитрию недостаточно квалифицированно объяснили порядок. Ну, действий то есть это проблема не банка, отделении. а проблема его сотрудников что ли? Да? Сотрудников, да, именно. У меня же была примерно такая же ситуация. Я э, срок действия карточки подошел к концу, я пришел в отделение, в которое которая самая близкая к моему офису была. И мне сказали, вы знаете, ваша карточка уже изготовлена и в вашем офисе, но там, где вы ее заказывали, уже лежит. То есть мне, мне сказали, либо. То есть ты не успел даже обратиться, да, они отслеживают, Абсолютно вот, закончилось, верно. давай да, новую Да, сделать. да. То есть они сказали, либо э, давайте мы попросим и карточку перешлют нам, либо, как, как Дмитрию предложили, закрыть ту карточку и открыть э, новую, но, соответственно, с теми же реквизитами, с тем же счетом. Это действительно Ведь Это гораздо удобнее, да? Потому что банки, насколько я знаю, никогда Ну, они, во-первых, пытаются... заинтересованы да, в клиенте, что Какое-то неудобство Человек, клиенту. конечно. 5 копеек, если не возражаете, да, если мы озвучили сейчас вот эти два банка, то ли от которого говорили, то акции первого рухнули бы сейчас. Акции, то ли о которых вы рассказывали, они сейчас взлетели бы там процентов на 50%. Но знаете, вот здесь эта тема, она отражение несколько большей темы. Сейчас банки все больше и больше начинают конкурировать не только друг с другом, но и с другими сервисными компаниями. И вот этот вопрос это вопрос качества сервиса удобства для клиентов. Uh -huh. И этот вопрос, он сейчас становится все более и более важным, потому что эм, в наш век э, во всех странах, включая нашу, где сервис традиционно не отличался очень высоким качеством, люди все больше и больше обращают внимание на это самое качество и начинают сравнивать разные индустрии друг mm -hmm, с другом mm -hmm. и начинают задавать вопрос, почему, если в одних индустриях, не знаю, в тех же самых а, общепите либо в каких-нибудь других сервисных услугах их все устраивает или там в интернет-компаниях все нравится, mm -hmm. почему такого же качества сервис не могут предоставить те же самые банки. Mm -hmm. И банкам нужно это внимательно слушать. Вот мы, по крайней мере, в Ренессансе это слушаем очень внимательно и стараемся, стараемся соответствовать. Ну, слава Богу. не потом я считаю, что это логично. Да? К вам пришел человек, принес вам деньги, а получается, что вы его так мягко да, уговариваете иди-ка ты со своими деньгами в другой банк. Конечно. Это... Тем более у Дмитрия дебетовая карта, вот то, то есть именно он Понятно. принес он свои деньги ден... да, да, Спасибо огромное. Еще один вопрос. Я так предполагал, что эта тема заинтересует многих. Значит, на связи у нас по телефону наш слушатель Юрий. Давайте послушаем ее. Юрий, добрый вечер, вы в эфире говорите. А, а, здравствуйте. Да, а, да. У меня да. такой вопрос. Вот смотрите, я положил на свой счет кредитной карты в одном из банков, его нельзя назвать, как отрицательную рекламу. Вы ну, потом мне напишите на, напишите на сайте ее... Uh -huh. положил 100 рублей. Uh -huh. Дальше я свои, ну 100 рублей условное название, допустим 100 тысяч рублей. Я понял. Вот. Дальше я своей собственной фирме являюсь свидетелем а, по договору займа Подождите, не отключайтесь, потому что связь не очень хорошая. Коллеги, вы слышали вообще, да, о чем? Юрий? Вопрос понятен? Вопрос понятен, но спасибо, на самом Юрий, деле спасибо. это, мне кажется, это не совсем качественный вопрос. Это вопрос эм, ну, это взаимоотношений логично. между владельцем счета и банком и режимом использования этого счета. Карточки здесь, вообще говоря, ни при чем. Угу. Ну, то есть не совсем в нашу тему да. просто, да? Хотя, действительно, проблема-то такая. Ну, абсолютно верно, на самом деле. Вот Навскит, насколько я услышал угу. описание операции, очень смахивает на подозрительные операции с точки зрения законодательства российского. Угу. То самое противодействие, легализации доходов. Ну, то есть вопросы, далее. которые они Юрию задают, они, они абсолютно нормальные? Обоснованы, абсолютно да. обоснованы, потому что если банк не будет задавать эти вопросы контролирующие и правоохранительные органы начнут задавать банку. Банку, ему это не нужно. То есть в этом случае, да, это некая технология, надо ответить на вопросы просто. И да, да, потому что банку проще, э, к сожалению, отказать такому клиенту в обслуживании, чем иметь проблемы. Ну, правильно, надо понимать, что у банка тоже есть, да, некие надзорные органы, и он старается, естественно, с ними не конфликтовать. Э, спасибо, Юрий, я надеюсь, вопрос, э, ответ понятен на ваш вопрос. Я Вновь читаю Дмитрий э, в догонку, да, на вопрос, который мы отвечали в, пер, в первый раз, э, в догонку пишет еще одно сообщение. Уточню, говорит он, я обращался в службу поддержки этого банка, а также в центральное и ближайшее отделение. Всегда я слышал один ответ дали многоточие. меня это и вправду крайне удивило. Ну, я думаю, мы не будем, Дима, все, в принципе, понятно. Еще раз повторю, мне очень жаль, потому что, действительно, название банка я прочел, вслух я этого делать не буду. Это печально. Это печаль, хотя, может быть, в этом есть и логика. Да, так, я завуалированно скажу, что это один из ведущих банков России. Может быть, поэтому он ноги на стол вот так вот положили, они и что хотят, то и делают. В этом тоже есть, к сожалению, реалии нашего времени, российского времени. Ладно, еще один вопрос. Илья задает вопрос. Добрый вечер. Некий банк оформил мне бесплатно, без моего заявления кредитную карту виза, гол. Это то, да, о чем Владислав говорил сейчас. В почтовый ящик пришло мне счастье. Боже мой, свалилось. Я вспоминаю всегда, помните, замечательный фильм э, «Операция И», когда три известных персонажа стоят перед пивным этим, перед бочкой, да, и подходит сзади такой синего, синего вида человек. Вот, и передача кружки с пивом, mm -hmm. и вот это вот движение очень, mm -hmm. очень напоминает... Итак, она уже полгода лежит у них в офисе, а сотрудники банка часто звонят и настоятельно рекомендуют, забавно, ее забрать. А то она прокиснет, может быть, да, такой есть предлог. Как отказаться от назойливого банка? Ну, во-первых, вопрос понятен, да? Во-первых, Владислав, вот насколько вот эта история банка, ну она, я не знаю, правомочна, насколько банк вообще вот и такие вещи может творить? Ну, смотрите, вот знаете, часто приходится встречаться с историями, что банки абсолютно без согласия клиента берут и рассылают ему какие-то карты. Ну, вот тот же вариант, да. <счет> Если начать раскапываться, то банки этого в подавляющем большинстве случаев не делают. А если такое происходит, то это по случайности или по ошибке. Ага. Практически всегда такое происходит по предварительному согласию клиента, который он дал, заключая какой-то предыдущий договор а, с банком. ну понятно, понятно. Так или иначе. зрения... Не прочитав мелким шрифтом там что-то. Ну, наверное, да. Угу, угу. С юридической точки зрения здесь придраться не к чему. Угу. С морально-этической точки зрения у всех банков, у подавляющего большинства есть практика прекращать такие звонки или рассылки, если клиент попросит не предоставлять им маркетинговый материал. Мне кажется, надо просто обратиться в этот банк, в службу поддержки и сказать, что, пожалуйста, перестаньте мне делать такие угу. звонки, и если это нормальный банк, должен перестать. Ну, Толь, что-то добавишь? Абсолютно. Все то же самое, да? Ну, Из то есть песни вот, слов не выбросишь. Ну, во-первых, да, Илья, и вот это меня э, тема, на самом деле, больше всего интересовала, да, насколько это правомочно, вот Владислав очень квалифицированно ответил на это. Действительно, вы подписывали что-то другое, наверное, да, не заметили, а там, может быть, и банк предоставляет услуги, и в частности, да, вот оставляет за собой право там что-то еще вам Предложить. другое дело, что мы Хотелось не ответили сказать, впарить, но не скажу, конечно, предложить, предложить, предложить. разумеется, какую-нибудь новую предложить. Услугущее. Другое дело, что мы не ответили на вопрос слушателя. Так, что, как от... ему как отказаться от этого отказаться? Ну, Владислав предложил, надо позвонить в банк и сказать, ребята, не звоните мне больше. Не, это не вариант, то ли? Это почти никогда не работает, по моему опыту. Да, хорошо, скажи, что это работает. Скорее тогда. всего, ему, э, с, если он действительно сильно, очень сильно беспокоится, есть смысл по подойти в это отделение и оставить письменное заявление об отказе. Я, я смотрю на твое мужское лицо просто и дальше продолжаю. Есть смысл подойти в это отделение и дальше многоточие. И оставить письменное заявление. Да. Ну, то есть в том плане, что по телефону, да, на это не особенно реагируют, желательно, да, как-то к сожалению. В глаза посмотреть. К сожалению, Ну, да. как вариант, я думаю, еще раз, Илья, к вам я обращаюсь. Вот ответы это моих квалифицированных гостей сегодняшних. И, соответственно, я думаю, это уж много сил то у вас не отнимет. Ну, зато вы спокойно будете продолжать существование без этой самой карты. Ни к чему абсолютно. У нас осталось, к сожалению, не так много времени до, следующего, до, следующего, до следующих новостей. Перерыв не любят здесь говорить. До следующих новостей. Так вот, вот это небольшое время, я о своем, видимо, да, все-таки статусность, вот в нынешнем виде статусность пластиковой карты, она остается, или все это уже, как правильно было сказано, это все уже... А давайте потом поговорим, наверное, после перерыва ага. про разные э, клиентские сегменты, кто как для чего используют карточки. Угу. Для одних сегментов и для одних клиентов это важно, нужно, для других имеют значение совершенно другие характеристики. Ну, карты. то есть, есть, тем не вот это мне важно, да, Владислав? Есть все-таки люди, которые Абсолютно воспринимают да. карту, да. все-таки как некую, да. Такой, да? Как некий Mercedes S-класс. Некоторые так. даже ее не используют по назначению, а просто носят и вот... показывают. Да. Есть вот. такое. Это очень есть. интересно. Ты, кстати, говорил, что голда уже сейчас не актуальна. Там что есть? золотая карточка, это уже далеко не топовый продукт. Да, есть сверху и платина, есть сверху еще даже. Причем они, как правило, черного цвета. Вау. И нет с собой, кстати? С собой нет. Ну, покажешь мне тогда после. Ну что ж, друзья мои, вот так все очень интересно. Мы продолжим, естественно, этот разговор после того, как послушаем новости в исполнении Насти Юрьевой. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем сегодняшняя тема на Финам ФМ «Сухой остаток». Тема важная и интересная, как показывает сегодняшнее развитие событий. Рынок пластиковых карт в России, основные тенденции и потенциал роста. Я напомню, в гостях у меня сегодня Владислав Вермин, вице-президент, руководитель департамента банковских карт «Ренессанс Кредит» и Анатолий Артюхов, член совета директоров «Кредиткартсонлайн.ру». Телефон в студию для вас, уважаемые слушатели. 65 10 99 6, код «Москвы» 495. Сайт компании «Финам.фм». Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, мы на них обязательно ответим. Значит, при ушли на новости э разговаривая о том, какие еще, да, ну давай, Владислав, какие еще, собственно, преимущества, да, в себе таят пластиковые карты, ну, помимо вот этого ее внешнего вида. Красивого. Ну, давайте тогда разберемся немножко, что за основные типы пластиковых карт и как они используются. То есть мы попытаемся сейчас систематизировать всю да. эту тему. Давайте. Да. Uh, с чего начал развиваться рынок пластиковых карт в России, это зарплатные проекты, которые стали возникать в 90-х годах. И до начала 2000-х фактически все карточки, которые были, это были uh, зарплатные карточки, которые раз в месяц втыкались в банкоматы, окэшивались а uh -huh. под ноль. Кстати, здесь Россия пошла совершенно по другому пути, по уникальному. Потому что в большинстве западных стран, в тех же самых штатах и в странах Западной Европы, да и в Турции, карточный рынок начал, стартовал и развивался очень долгое время как кредитно-карточный рынок. Mm -hmm. Дебетовые продукты появились существенно позже, примерно в то же время, как и в России, может быть, чуть пораньше. А и... у нас наоборот. Получается. А у нас в точности наоборот. И в большинстве сильно карточных стран подавляющее большинство карточек на руках это кредитные карты. А в России же, наоборот, соотношение дебетовых и кредитных – это примерно 10 к 1. А первые кредитные карточки у нас появились в 2003-2004 годах. Я напомню, что в ту пору у нас даже еще не было законодательного грейс-периода, того самого ключевого фактора, который позволяет кредитовать с помощью кредитных карточек без процентов. Его ввели только, по-моему, в 2004-м. Um, uh, и с тех пор рынок um, сегментировался, дебетовые зарплатные карточки на нем продолжают превалировать, и они в основном в подавляющем большинстве используются по-прежнему для получения зарплаты. Хотя явно есть тенденция к тому, что ими начинают больше платить в магазинах. Ну здесь, здесь важно, да, То есть опять снимается кэш, да, наличные просто, напросто. Да, 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 снимаются, но доля безналичных платежей с каждым годом растет. Это, кстати, очень важная тема, если потом будет пара минут, надо uh -huh. будет еще затронуть. Um, Среди кредитных карт можно э, условно сказать, есть две основные категории. Первая — это кредитные карточки для достаточно состоятельных людей, которые очень часто используются для э, ежемесячных покупок и потом погашаются в течение льготного периода под 0%. Uh -huh. Это своего рода аналог тех самых дайнер club american Экспресса, когда человек имеет возможность расплатиться за все, что потратил в течение месяца, одним разом. Uh -huh. И второй кусок... Кредитно-карточного рынка это карты, которые используются для достаточно долговременного кредитования. В этом смысле карточка становится похожа на кредит, имея от него ряд отличий, в большинстве своем в лучшую сторону. Угу. И для людей, которые используют карточку для кредитования, такие факторы, как статусность, ее внешний вид, уже не так важны, а важны факторы, которые э, сближают карточку с кредитом. Угу. Ставка, размер кредита, удобство, погашения и так далее. Так вот из этих трех основных сегментов кредитно карточный рынок состоит. Я понял. Значит, спасибо Владислав, давайте немножко отвлечемся и еще раз еще раз послушаем звонок нашего слушателя Михаила. у него есть вопрос. Михаил, добрый вечер, вы в эфире, говорите. Да, здравствуйте. У меня произошла такая ситуация, то что ну, в общем, я там через Авито хотел кое-что продать, и человек попросил данные карты, uh -huh. чтобы перевести деньги. Попросил он только номер и дату окончания карты. Uh -huh. Так я знаю, что с помощью этого, ну, сейчас нигде невозможно снять деньги без целого кода, я ему называл эти данные. Так. Но оказалось, что у Билайна сейчас есть возможность оплатить картой, то есть привязать ее к счету, зная только номер карты и дату окончания. А вы что? Я боюсь да? даже есть... предположить, что произошло дальше. Вот именно деньги сняли с карточки в течение минут пяти трех я позвонил в банк они отказались рассматривать вообще эту заявку да единственное они заблокировали карту и сказали связывайтесь с билайном решайте вопросы все с ними банк очень крупный коммерческий то есть это не не государственные банки да то есть Полностью абсолютно игнорирование этого вопроса. Хорошо, что деньги были небольшие, потому что я знал, что такие ситуации происходят, mm -hmm. используют карту для платежей mm -hmm. в интернете и много на ней денег не держал, да, то есть uh -huh. очень твердая позиция банка, когда... Ну да, это печально, и тем не упали. менее, Миша, минут, ну, да. проблему удалось решить все же? Там, с ну, нет, проблему не удалось решить, потому что деньги уже были переведены. Ну, то есть Билайн тоже отказывает? А, еще... счету, да? да, Билайн просто отказывает, как решать решайте проблему с банком, ну, к нам ну, никаких нет. претензий, ничего там нет, в общем... Абсолютно, полную. в общем, всем все равно. Я понял. Ну, вот Михаил, это... держитесь, слава богу, деньги небольшие, а на вопрос по поводу безопасности сейчас, собственно, мы попытаемся да, как, ответить. Как, как, как вот без своего кода сейчас разрешают вообще снимать деньги, очень Нет. интересно. Спасибо, Миша, спасибо. Толь, давай, отвечай. Вот. Не, вообще вот такая тема, смотри. Только номер карты и там парадоксальная тема, но ну, в принципе есть, пока еще остались сервисы, где можно провязать карту и зная только ее номер, номер, номер и реквизиты карты. Кстати, вот буквально на днях в начале октября запускается наш новый проект который как раз и э, будет служить тому, чтобы предотвратить такие ситуации. Это проект Federal Finance, э, так называемое э, бюро -э, электронных паспортов. То есть мы позволим мерчантам, ну, в данном случае Билайну, удостовериться в том, что человек, забивающий реквизиты, тот, сво тот якобы самый. свои, да, он забивает именно свои реквизиты. Очень э, такие продвинутые технологии используются, там очень много уровней идентификации. Но вообще <coughs> это э, головная боль вообще. Mm -hmm. Интернет это головная боль всех банков э, mm -hmm. в части использования банковских карт, поэтому идут на всякие ухищрения используют 3D-secure, то есть всякие разные технологии, отправку смс в случае там, предавторизации, авторизации. На прошлой передаче я, кстати, сказал, что я бы хотел две карточки иметь. Забыл аргумент свой выдать. У банков есть система безопасности, которая отслеживает поведение своих клиентов. И если клиент всю жизнь именно этой картой, ходил только в один банкомат mm -hmm. и вдруг он где-нибудь в Новой Зеландии оплачивает Логично. огромный музыкальный центр такая операция автоматически или у него блокируется есть, там, периодические платежи допустим да он их Абсолютно делает а потом верно. вдруг раз он что-то снимает там, ну, громко... то есть лю любое нестандартное для клиента поведение сразу же флажок поднимается и специалист банка звонит э, клиенту это ты или не ты правильно? да поэтому я одну карточку для магазинов другую yeah. карточку для наличных и так далее да. то вторую жене не показываешь конечно нет зачем? О, простите, Нас... простите. Спасибо огромное. Значит, единственное, давайте подведем итог, уточним. Ну, еще раз, Михаил, конечно, неприятная ситуация, но тем не менее. Где в чем решение проблемы? Нужно банк специально какой-то особый выбирать. Или в принципе это риски для любого банка. И нужно смотреть, собственно, да, ч, какие услуги ты оплачиваешь, вот где решение проблемы? Если э, ну, То, все, э, все процедуры протестования во, во всех платежных системах, они связаны, завязаны на формальное выполнение всех необходимых. Требований по операции. Если для определенной операции была необходима, был необходим ввод CVC-кода, ну, вот, кода безопасности, mm -hmm. который есть только физически на самой карточке, а он не был введен, значит, эту операцию легко опротестовывается. Mm -hmm. Соответственно, я думаю, что в любом случае ему стоит продолжить общение именно с банком. Я думаю, что с Билайном перспективное ну, общение, а с банком, соответственно, нужно продолжить общение. Еще, да? Нет, этим надо серьезно заняться, тем более, если сумма ну, я была так, нет, он, он говорит, что сумма небольшая, я так понимаю, уже махнул рукой, но просто переживает. И главное, что вот все остальные слушатели тоже наверняка напряглись в этой ситуации. Или ну, может быть ответ? Извини, вы... Можно я по пару вещей добавлю? Да. Um, um, мне очень неожиданно слышать, что эта транзакция была проведена без um, того самого кода CVC2 uh -huh. uh, или CVV, в случае визы. Uh, я не слышал раньше, что у Билайна есть такая возможность привязать карточку без uh, предварительной авторизации, в рамках которой у человека на карточке блокируется определенная сумма, и эту сумму потом надо будет сообщить Билайну. То есть раньше привязка была там с uh, необходимой степенью обеспечения безопасности. То, что сейчас произошло, я бы предложил человеку писать формальное заявление в банк о том, что он не делал эту uh, операцию и инициировать формальное расследование по правилам платежных систем. Вот, вот, вот это уже да. Спасибо, вот это уже дело. Ну и вообще, извините уж, я так непрофессионально, но тоже свои пять копеек опять вставлю. Но надо аккуратней, конечно, да, в интернете, аккуратней. Да, это абсолютно правда. Прав. Да. Друзья мои, ну, я боюсь, мы даже на все вопросы не успеем сегодня ответить, но уже засыпались буквально. Мы вопросами. Ну, давайте попробуем, да, Владислав? Да, попробуем. конечно. Значит, любовь. Я начал именно с этого, с этого имени, потому что по-другому не мог. Любовь спрашивает, добрый вечер. Взимаются ли комиссионные, если я оплачиваю карты в онлайн-банке? Ведь я сама без помощи операционистов заношу реквизиты. Забавно говорит Любовь. А мне это, потому что операционисты именно за это берут деньги. Они заносят реквизиты вместо любы. То ли, то ли, да, конечно. Как, как правило, они берутся. Если перевод внутри банка производится, то это, как правило, бесплатно. И внешний перевод, он и для банка чего-то стоит. Ну, это в любом случае делать да, не в реквизитах, а дело в том, что это банковский платеж. И он подразумевает, естественно. Такую. Ну, Совершенно верно. И это вопрос, какие тарифы использует банк для данных операций. Угу. Зависит от тарифной политики банка. Кто-то может брать деньги за каждый чек, кто-то может большую часть делать бесплатно. Угу. Или в абонентскую плату за карту. Да? За Спасибо. Спасибо. Михаил, видимо, другой все же. Михаил спрашивает. Собираюсь ехать за рубеж на отдых. Слышал, что в Европе практикуют новые карты с чипом. Что это такое, как работают, где их делают, Толя? Карты с чипом в Европе, очевидно, действительно имеются, но mm -hmm. они точно так же достаточно распространены уже и в России. Б более того, насколько я знаю, через какое-то время все карты будут, э, все банки российские должны будут выпускать карты с чипом. чипом. А чип это в смысле, что? Микропроцессор. Д дополнительную какую-то... Это дополнительное средство защиты. Защита, да? Иногда на чипах записывают какие-то приложения, в том числе и скидки, или там считают баллы, или те же самые мили для ну, понятно. полетов. Но микропроцессорных карт в России уже очень много более того в России уже несколько эмитентов выпускают микропроцессоры с технологией NFC, то бишь бесконтактных платежей. Ну я здесь добавлю, что расширение чиповых карточек в России оно есть, но оно не сказать, чтобы абсолютно глобальное и пока не видно, что в скором времени все карточки станут чиповые. Нужно вспомнить, откуда взялась тема чипов, она взялась в 90-х годах в основном в странах Западной Европы, а также Юго-Восточной. Азии, когда в тех странах был просто вал фрода. А Карточные технологии И, ту пору сам, были... по-русски. Мошенничество ту um, пору карточные технологии были не такие совершенные, как сейчас, mm -hmm. и мошенники в Западной Европе, в той же самой Англии, наладили просто массовую подделку, кражу и подделку карточек. И доходило до того, что крупные торговые сети, там какие-нибудь крупные сети супермаркетов или заправки, они просто отказывались принимать карточки к оплате, потому что на тот момент подавляющее большинство таких мошеннических потерь оно вешалось на um, продавцов. Mm -hmm. uh, тема помещением чипа на карточку и при необходимости при оплате карточки вводить пин-код, который соответствует этому чипу, который может знать только владелец карты, очень быстро помогла нейтрализовать и сильно сбить волну мошенничеств. И это было своего рода вынужденным шагом. Западная Европа, Англия и другие мигрировали на чип массово только благодаря фроду. В настоящий момент в России уровень мошенничество по карточкам примерно в 7 раз ниже, чем в Западной Европе. Ой, господи, слава Богу. Да, и примерно в 10 раз ниже, чем в Соединенных Штатах и других странах. Я прям напрягся, оказывается, поэтому у нас сейчас с этим чуть-чуть, слава Богу, существенно лучше, чем в других странах. И быстрой миграции на чип всего карточного огромного портфеля пока не будет. Спасибо. Ну, главное, что видите, есть позитив. У нас лучше, чем в других местах. Сейчас слушаем новости, потом продолжим. Ну что ж, уважаемые слушатели, еще раз добрый вечер. Последняя заключительная часть программы «Сухой остаток» на Финам ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Разговариваем сегодня о рынке пластиковых карт в России. И, что очень важно, мне кажется, да, по крайней мере, Владислав как раз об этом говорил, уходя на очередные новости, не все так плохо. А во многих сегментах даже и хорошо. Продолжаем отвечать на вопросы. Да, их много, как я уже говорил. И попытаемся ответить на э, Ну, на большинство, если не на все. Люба вновь пишет. Любовь. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что такое дополнительное страхование карты? Карта плохо застрахована, и нужно платить дополнительные деньги. За что? Спасибо. Ну, Люба считает деньги, то ли. это правильно. Ну, совершенно справедливо. Дополнительное страхование, очевидно, я предполагаю, что речь идет о дополнительной услуге, которую банк предоставляет своим клиентам. Дело в том, что страхование все-таки не, скорее не банковская услуга, и банки обращаются к своим партнерам, страховым компаниям, uh -huh. чтобы предоставить сервис дополнительно своим клиентам. Ну, смотри, когда оформляется карта, неважно, да, какая, э, там есть какое-то страхование от банка, я имею в виду, страхование Чего? Ну, совершенно не обязательно. Карточка это карточка, а страховые услуги это отдельная вещь, которую банк может, если захочет, э, обязательно там приложить карточки в обязательном порядке, как бы дать ее бесплатно клиенту или в рамках пакета, uh -huh. а может предложить оформить отдельно в дополнении по желанию клиента. Uh -huh. Причем вот страховых есть, программ uh -huh. очень много, они бывают там и от несчастного случая, страхование здоровья и жизни, выезжающим за рубеж и даже страхование от мошенничества. Uh -huh. Uh -huh. Ну то есть вот об этом Люба и спрашивает, да, дополнительное страхование это вот. Да, ну то вот есть. И, этих страховок бывает действительно миллион. А, например, для людей, которые часто путешествуют, могут предложить страховку от неприятностей в путешествии, таких как потеря багажа, или задержка рейса, или страховка от невылета. Или, прости, пожалуйста, да. ну это неприятно, безусловно. Но если я потерял багаж, страховой случай в том, в том варианте, если карточка в багаже в этом осталась. Но обычно карточка все-таки не в багаже. Ну вот я тоже, да. Но получается, то что карточка потерялась, это не отменяется Нестрачно. действие страховки-то. Страховка, она оформлена. То есть, получается, я, имея банковскую э, пластиковую карту, страхую еще свой багаж в поездке, да, или здоровье свое. Ну, Если эта страховка никак. включена в пакет или куплена, подключена дополнительно, как вот спрашивает э, любовь, uh -huh. то да, это будет действовать покрывать. Ну, то есть нужно просто связаться с банком Добавленно. и сообщить о страховом случае. Я, конечно, не, не хочу никого обидеть, уважаемые коллеги, тем более вас, но мне почему-то показалось. Ну, смотрите, вот я, ну, у меня есть тоже обычный советский еще менталитет, и, естественно, да, меня заставить пойти страховать жизнь, там, и вот это все, да, имущество, даже может быть, не заставишь, не заставишь. Вот так я устроен, я родился при советской власти. А нет ли здесь вот этого лукавства? Я пошел за банковской карточкой, а мне еще, будьте любезны, да, мы тебя еще застрахуем, а? Тебя еще, понимаешь, или часть тела какой-нибудь застрахуем нет вот здесь вот эти вот дополнительного маркетинга какого-то. Ну а почему здесь какое-то лукавство? Во-первых, часть страховок может быть уже включена в пакет. О них не надо дополнительно платить, они уже как бы включены вместе uh -huh. с карточки. Uh -huh. Во-вторых, другая часть страховок может действительно быть востребована клиентам осознанно и действительно всерьез. Например, если человек берет кредит с помощью кредитной карты, то возвращать кредит, если человек ответственный, но ну, это достаточно ответственная задача. Uh -huh. И, например, застраховать невозможность в случае чего в погасить вот, да. кредит, это очень-очень востребовано, ну, воспринимается да, да. многим хорошо. В этом есть логика. В этом случае, да, твое здоровье нам важно. Совершенно верно. Скажут мне в банке. А мне будет приятно. Естественно. Да. Спасибо. Еще один вопрос. Сергей. Почему не могу оплатить учебу кредитной карточкой с грейс-периодом? Дальше идет название банка, но он крупный. Я так понимаю, что такая проблема может где угодно возникнуть. Я так понимаю, вот в этом суть, Да. Во-первых, учеба, и во второй э, во втором случае карточка с грейс периодом. Я думаю, что проблема не в этом. Не в этом. Проблема да. в том, э, принимает ли этот э, э, тип этого Этой... типа карты да. учебное заведение. Угу, угу. Потому что ну, не может грейс такой быть да, да, да. просто грейс есть. Не может мешать этому А да? есть такой тип э, у, у обеих платежных систем. Да, практически у всех, в том числе обучение. То есть это стандартная штатная операция и грейс период, не грейс период. Да, кредитная карточка, банк, да, тем Абсолютно. более крупный банк. Вот здесь... Если банк дает разрешение на совершение операции, значит операция будет совершена. То есть, да, значит, Сережа, значит, ответ следующий. Нужно разбираться с учебным заведением, да, Абсолютно. почему они не принимают. Этот платеж, ну а там соответственно. И если опять же, если он карточкой не удалось ему оплатить, все равно у него, скорее всего, в банке есть счет, и он может внешним переводом на расчетный счет учебного заведения сделать угу. точно такую ну, же ну, операцию, нет, и да, будет да. оплачено совершенно. Хорошо. Еще один вопрос, даже комментарий, и давайте мы прервемся в том плане, что продолжим наш разговор непосредственно, потому что хотелось бы еще тему дополнительных возможностей, да, пластика обсудить. Сообщение Дмитрия. В России еще, ну я говорю, это скорее такая ремарка. В России еще неудовлетворительная инфраструктура для пользования карточками. Например, сетует Дмитрий: нельзя купить билетик в метро. Милый мой, а когда ты билетик в метро увидел видел последний раз, мне забавно. Владислав. Ну, действительно, карточка купить билетик в метро нельзя, зато да. уже очень многие банки выпускают Конечно. карточки с транспортным приложением, вот которые можно оплатить проезд в метро, просто приложив ее к турникету. И такие проекты есть не только в Москве, но и в Питере, и в ряде других городов. Вообще тема расширения платежного функционала карточки с классической оплатой только в магазинах, она достаточно актуальна. Вообще сейчас на самом деле происходит определенное стирание границ между классическими карточными продуктами и другими совершенно новыми вещами. Например, сейчас карточки... Uh, уже есть такие проекты, когда их привязывают к не банковским счетам, а к счетам мобильного оператора. Например, И, угу. Ну, вот есть, есть такие проекты уже да, в, да. в России, да. Или когда uh, вместо карточки uh, привязанного, щ... привязанных к счету банка используется другой способ инициации платежа, там, не карточный. Вот те же самые на слуху у всех сейчас бесконтактные платежи, NFC, PayWave, да. PayPass, pay uh, uh, инициировать платеж с помощью этих бесконтактных технологий можно не обязательно карточки. Это может быть брелок, часы или что-то еще. Прикладываешь часы с этим самым чипом к считывающему устройству, оплачиваешь там свой проход в метро или. Кружку кофе. Боже мой, да либо чего дошел либо с банковского прогресса. счета, либо со счета мобильного телефона. Ну, вот, собственно, таким образом мы плавно сейчас переключились как раз на следующую тему. Мы говорим с вами э, в продолжении нашей сегодняшней программы о дополнительных возможностях пластика. Владислав. Угу. Ну, первое, наверное, что стоит отметить, что всем интересно, это всякие разные бонусы, вознаграждения за пользование карточкой, которые очень многие банки эмитенты карточек стараются давать клиентам. Это девочки особенно любят, наверное, да? А знаете, любят и девочки, и мальчики вообще я пока не часто встречаю людей которые отказываются от какого бы то ни было вознаграждения все это вознаграждение можно разбить условно на три категории первое это сам простое, когда банк договаривается с какими то партнерскими магазинами о скидках при оплате карточкой в э, этих магазинах mm -hmm. таких больших скидочных программ где есть существенная скидка их сравнительно немного Второе направление – это бонусные баллы. Эм, начиналась эта тема с так называемых кобрендинговых карточек, когда, пользуясь карточкой какого-то банка, выпущенной совместно с какой-то компанией, можно зарабатывать бонусные баллы, а потом в этой компании их тратить. Из таких кобрендов самые популярные и в России, и в мире – это кобренды с авиакомпаниями. Когда платишь-платишь карточкой, накопишь баллов, а потом раз их поменяешь на бесплатный авиабилет. Эта тема сейчас постепенно трансформируется, как и во многих других рынках, в накопление баллов не одного какого-то партнера а баллов которые можно потратить в целом пуле партнеров uh -huh. или использовать универсальным образом но таких карточек довольно много в основном они ориентируются на сферу путешествий то есть можно копить некие абстрактные авиационные мили а потом их менять на билеты многих авиакомпаний uh -huh. эм, из этой же серии э, несколько карточек выпущенных э, разными банками которые ориентированы на путешественников там копишь баллы потом получаешь билеты. Из этой же серии карточка «Мегакарт», где там в самой «Меге» все магазины участвуют, получаешь да -да. бонусные ну, вот баллы. Потом. Я про девочек как раз в этом связи. Да, вот это как раз может быть для девочек. Из этой да. же серии бонусная программа «Спасибо» одного из крупнейших российских банков, которая у всех на слуху. Вот такие многие программы. Копишь баллы, тратишь на э, разные вещи. Э, это, пожалуй, самое интересное, что есть э, с точки зрения наполнения карточек. Um, uh, с точки зрения технологий, сейчас есть два дополнительных куска. Ну, да. вот, опять-таки, та самая тема бесконтактных платежей, um, которая пока что больше на слуху, чем в действии. Um, эти бесконтактные платежи очень многими обсуждаются, но пока инфраструктура для их приема и количество карточек в обращении очень небольшое. Более того, на тех рынках, где бесконтактные платежи на картах стали возникать несколько лет назад, до сих пор доля их платежей крайне мала, и они ограничиваются очень специфическими платежами. А-ля проход в метро, или покупка газет, или какие-то микроплатежи, которые нужно делать на бегу. Основные объемы классических операций покупок э товаров обычных, э которым сталкивается человек, по-прежнему происходит по обычным классическим карточкам. Угу. Так что тема бесконтактности, это пока что больше такой бас маркетинговый инструмент, чем э, реальный бизнес э, с большими объемами. Тема будущего. Да, да, да. В будущем, да, вполне возможно. Удобного будущего. Да. И вполне возможно, потому что сейчас в сферу финансовых э, услуг и особенно платежей активно смотрят мобильные операторы. Угу. А у мобильных операторов клиентская база уже сейчас существенно больше, чем клиентская база у всех банков вместе взятых. Угу. Потому что далеко не каждый человек имеет банковский счет или карточку, зато сейчас практически каждый имеет мобильный телефон, а то и не один. Логично. Да, поэтому мобильный оператор туда активно смотрит. Угу. И э, последняя вещь с точки зрения наполнения карточек, это то, что э, сейчас делается в рамках проекта Универсальная электронная карта, а также в, ря в ряде э, э, проектов электронного правительства, это дополнительная неплатежная функциональность, которую пытаются вешать на карточку. Ведь что такое универсальная электронная карта? Это не банковские, не финансовые функции, которые вешаются на карточку, на тот же самый кусочек пластика, которым можно теоретически оплачивать и покупки. Ну, поэтому совершенно а что, что л... за функции вот эти? Не совершенно получается. логично, сейчас этот паспорт проект, этот, скорее да? всего, а, да, да. будет преобразован в электронный паспорт россиянина, который будет выдавать ФНС. Ну, потому что, так скажем, вот этот функционал весь, он не очевиден для карты, именно для платежной карты. Да, Извините, да, совершенно верно. Так вот, все вот эти вещи в сумме, особенно интерес мобильных операторов к теме платежей, mm. со временем может существенно трансформировать карточный рынок. И лет через 5, через десять на карточном рынке могут оказаться совсем другие игроки, чем те, что а есть сейчас. Наверное. Я И... понял, хорошо. Толя, спасибо. Спасибо, Владислав. Поживем-увидим. Я, к сожалению, вынужден прерва прервать вас, потому что действительно времени мало. Вопросов много. Я думаю, что мы еще в этой, в этой студии с вами обязательно встретимся. Уважаемые слушатели, я напомню, сегодня в гостях Владислав Вербин, вице-президент руководитель Департамента банковских карт и «Кредит», и Анатолий Артюхов, член Совета директоров «Кредиткартсонлайн.ру». Анонс. Меньше месяца осталось до выборов в Координационный совет оппозиции. В гостях у Юрия Пронько. Леонид Волков, Иван Стариков и Алексей Годстанкер. Не пропустите. А я с вами прощаюсь. Пусть у вас будут карты, чтобы вы выводили оттуда заработанные деньги. Успехи на, успехов на рынке. Всего хорошего.